Так, всем добрый день. Значит, Шкода 2010 год. Перестали работать стеклоподъемники. Электрокорректор. Вот причина. Это 2010 год, товарищи. Провода отломанные напрочь. Вот в этих местах. Если у вас что-то не работает в двери, первым, что вы должны смотреть, вот это место, где открывается часто дверь водительская. И все. Всем спасибо. Ой, господи, вах, вах, вах. Вах уже не тот. Вот вам Volkswagen. Вот видите, фишки какие пошли на новых Volkswagen между дверями. Вот так она вставляется, и вот что получается. Получается, что у вас в машине будет 4 годика, 5, и вот начинают банально рваться провода. Так что, чтобы вы это все знали. Вот так вот.